Этот необычного вида беспилотник под названием «Аэромул» – разработка израильской компании. Взлетает и садится аппарат вертикально. На это способны и вертолеты, однако «Аэромул» обладает преимуществом. Лопасти ротора у него спрятаны в корпусе и не затрудняют маневры. Уникальность этого аппарата в том, что роторы находятся внутри фюзеляжа. Это делает его очень компактным. Аппарат можно транспортировать на грузовике, вертолете или в грузовом самолете. «Аэромул» оснащен бронированным корпусом. Его предназначение – доставлять солдатам боеприпасы и снаряжение прямо на поле боя, а также эвакуировать раненых. Однако аппарат может выпускаться и в облегченном варианте, без брони. В таком случае он будет служить в гражданских целях, например, для помощи во время чрезвычайных происшествий. «Аэромул» весит около тонны, оборудован двигателем мощностью 730 лошадиных сил и может развивать скорость до 100 км в час. Летает аппарат как самостоятельно, так и на дистанционном управлении. Система мониторинга позволяет диспетчеру отслеживать точное местонахождение беспилотника. При необходимости оператор может изменить запрограммированный маршрут. «Аэромул» абсолютно автономный, управляется автопилотом. Он делает все автоматически, может летать очень низко над заданной местностью. Аппарат оснащен различными датчиками, чтобы выполнять миссию самостоятельно. Над созданием «Аэромул» специалисты начали работать еще 8 лет назад. Поначалу во время испытательных полетов аппарат привязывали страховочными тросами, а также присоединяли к нему кабели для дистанционного управления. Недавно «Аэромул» совершил первый полет без всяких ограничений. Авиастроители планируют работать над улучшением аппарата еще несколько лет. По словам директора компании, «Аэромул» будет полностью готов к эксплуатации в 2020 году.